В ефірі студія «Репортер», я Тетяна Блайда. Вітаю вас. В Одесі відбудеться благодійний забіг. Акцію організують на трасі здоров'я 11 травня о 10 годині ранку. Кошти, які зберуть в цей день, будуть спрямовані на добру справу – придбання медичного обладнання в Одеську обласну клінічну лікарню. Детальніше про деталі благодійної акції запитаємо гостей студії. До нас сьогодні прийшли Дмитро Воробйов, голова організації «Інваліди надії в майбутнє». Вітаю вас. Олена Чорна, голова фонду «Промінці щастя». Вітаю вас, Олена. Та Віталій Гілевич, голова комісії з питань спорту молодіжної ради при Одеському міському голові. Вітаю вас. Дякую, друзі, що прийшли до нас в студію. Ціль благодійна. Я відразу ж хотіла поговорити про ціль, бо кожна благодійна акція має на меті збирати кошти і щось придбати. Чому клінічне обладнання в Одеську обласну клінічну лікарню? Яке це обладнання і скільки грошей, власне, треба зібрати? Да, оборудование называется «Инфозамат», это для детской, клинической детской больницы областной. Почему именно «Инфозамат»? Когда изучали вопрос, какое на сегодняшний день самое необходимое оборудование клинической детской больницы, оно жизненно необходимое, ну, стал вопрос то, что в нашей детской, клинической детской больнице всего лишь есть один «Инфозамат». Это, а что это такое, Олена? Да. Что это за прила? Да, для чего? Такое оборудование, оно состоит из четырех систем, когда ребенку делают операцию в больнице, потом после операции он попадает в реанимацию. Это оборудование, которое поддерживает жизнь ребенка. То есть вот эти четыре системы подключаются к ребеночку, и с точной дозировкой лекарство попадает в кровь ребенка. Вот, и оно очень необходимое. Оно на сегодняшний день одно, и так как у нас это областная, это большое количество, скажем, детей попадает. Так. Тобто ребенка, ще одну, да, ще одну. Потому что 4 системы, а иногда и 5 надо подсоединить к одному ребенку. Так. Вот. Второй, если так, попал, так, все, спасать нечем. Тобто він лише один в одеській лікарні клінічній. Це коштовний, це дорогий апарат? 375 тисяч гривен это оборудование стоит. Так, вот. І ви плануєте в межах акції зібрати всю суму одразу? Всю суму, дай Бог, щоб вийшло. Как бы ми на це до кінця не рассчитываем. Ми, в принципі, всі сили, ще у нас є інші благотворительні акції, які ми збираємо на це обладнання. Думаю, за забіг на всю, може бути, ми і не насобираємо, але навіть якщо ми насобираємо на часть або на половину, це буде дуже добре. Ви вже говорили з лікарями цієї лікарні. Вони готові там придбати, вибирати, контролювати якість, який діалог? Ну, был диалог непосредственно, да, мы разговаривали с главврачом, то есть оборудование мы будем закупать немецкое, фирмы Браун, которая, ну, оно самое хорошее, вот, и это оборудование, которое им подходит. Так, лише цей апарат є метою, цілею благодійного забігу, чи є ще якісь цілі? Да, є ще цілі. Є цілі. Дмитро, є ціль не тільки медичний апарат, ви ще щось плануєте зібрати в рамках акції благодійної? Так, звісно. З 20 января цього року стартанув такий проєкт, я став організатором «Ящик добра Одеса». Це збори, бокси виставляли в продуктових магазинах. І кожен чоловік, який мог пожертвувати туди щось не скоропортящее, макарони, чай, крупи, також мог допомогти фінансово. Я на ці гроші покупав продукти, вложив в цей ящик, в дальнейшому, в цей бокс. В дальнейшому ми ці продукти формували в пакети і роздавали нуждающимся, пенсіонерам, малоімущим, многодетним сім'ям. Тобто вони приходили, також раз в неділю ми раздавали бесплатно и раздаем до сих пор бесплатный хлеб. И мы не требуем никакой ни справки, то, что, допустим, человек нуждается. Если ему надо, можно сказать, верим на слово. Так вот, еще цель, мы хотим распространить эти ящики, они тоже, соответственно, боксы стоят каких-то денег, чтобы их собрать. Мы хотим их установить практически по всему городу. На данный момент их 4. Так. Вот на это деньги собираем, на их изготовление, потому что материалы тоже не дешевые. Один ящик обходится порядка 5000 гривен. Так, кто их робит? Вы сами роботы, что замовляете? Мы заказываем только материалы. На самом деле
я, жена мне помогает, кто-то еще, вот просто... Все своими силами, все своими силами, дрель, шурупы и давай. Так, чотири їх вже є по місті, і як вони, ну, працюють, скажімо так, є, є бажаючі туди покласти продукти? Конечно, первый месяц все относились к этому как-то скептически, думали, вот, собираете, непонятно куда, то есть были негативные отзывы. В основном помогали друзья, знакомые. В дальнейшем, после того, как приехали журналисты, это осветили, мы сделали раздачу. То есть люди получили, люди увидели, что это не ушло там куда-то мне лично в карман или еще кому-то в карман. И буквально на третий-второй день после раздачи уже ящик наполнился на четверть уже в следующий раз. То есть люди увидели, поверили, вот, в принципе, благодаря вот информации, которая распространялась. Так, ну якщо інформація допомагає, Дмитро, розкажіть, де саме стоять ці скриньки добра і де можна їх знайти? Так, значить, ящики стоять у нас в сіті магазинів «Одеський каравай». Це єдиний как бы, магазин, який захотів з нами співпрацювати. Остальні як-то віднеслись теж не дуже до цього. Не доросли ще думками, так. Возможно. Перший стояв і стоїть Люздорська дорога 29. Второй Александра Невского, 74, супермаркет Невский. Это вот, в принципе, частный тоже магазин. Позвонила мне знакомая, говорит, а давай у меня. То есть я говорю, без проблем, конечно, мы только за. Также совместно с Аленой мы установили два ящика по адресу космонавтов у генерала Петрова и маршала Жукова, 11. То есть... Пожалуйста, люди, почему начали вот это вот распространять ящики по всему городу? Потому что люди увидели, вот, есть Люздорская 29, но мне далеко ехать. А если я вам скину деньги, а что вы будете с ними делать? Так, Дмитрий, сколько еще скриньок вы хотите зібрати, розставити по місту? Это такой, как бы... Ну, есть какие-то планы, так? Какие-то планы на кількість, на гроши, например? Да, есть план войти в какой... Не войти, а вот договориться с какими-то большими супермаркетами. Так, я зрозуміла вас. Чтобы великі мережі, популярні мережі. Поток людей був. Так, друзі, ну, ми вже встановили цілі. Так, нам потрібно медичне обладнання, скриньки добра. Скільки грошей ми теж озвучили. Як будуть збиратися гроші? Як організувати цей процес? За що будуть платити учасники? Так, це сувеніри. Це участь, і от скільки планується учасників? Да, платить учасники будут 200 гривен, поставили такую цену, я думаю, что она доступная практически каждому. Так, это за участь? За участь в забеге. Так. Да, в принципе, вот только участь в забеге 200 гривен стоит, дополнительно мы сделали еще футболки, это при желании может человек, футболка стоит 400 гривен, купить тоже все вырученные средства идут на счета благотворительного фонда, то есть есть такая система интернет, которая через нее проходит оплата. Есть она у нас на флаерах. Мы напечатали более 10 тысяч номеров. Они флаеров раздаются по Одессе. Также у нас есть информация на сайте, в Инстаграме, в Фейсбуке. У Дмитрия ящик добра, инвалиды, надежда, будущее, лучики счастья, благотворительный фонд у нас на страничках. Везде об этом пишется. Человек заходит, сам самостоятельно проводит оплату, попадает, выбирает себе дистанцию, какую он хочет бежать, будет три дистанции. Так, ну давайте детальніше так, про сам забіг, як його планують, де, коли, які дистанції, хто може брати участь. Участие могут принимать все желающие. Дистанция будет 3, это 2, 5 и 10 километров. Проходить он будет уже в эту субботу, 11 мая, на трассе здоровья возле ресторана «Хуторок». Это начало трассы здоровья со стороны парка Шевченко. Также хочется отметить, что мне, как главе комиссии по вопросам спорта, молодежного совета при Одесском городском голове, очень ценно, что разные организации, общественные организации, как благотворительные фонды, стараются собирать деньги в помощь на что-либо или кому-либо через спортивно-массовые мероприятия. Если говорить о беговых спортивно-массовых мероприятиях, то этот рынок сейчас из видов спорта самый динамично развивающийся. Количество участников растет в среднем на 40% в год. Поэтому мы ждем всех желающих уже в эту субботу на трассе здоровья. Можна зайнятися і спортом, і можна допомогти нуждаючимся. Так, Віталія, як буде організований забіг? Кому можна брати участь? Які категорії людей, скажімо так, так? Скільки років має бути людині? Стан здоров'я, наприклад. Ну, звісно, не повинно бути якихось явно
ощутимых болезненных ощущений, да, когда человек выходит на старт. Конечно же, человек должен быть... Векові обмеження існують у вас? Вот, я думаю, Алена должна... Да, могут бежать у нас абсолютно любой возраст. И дети бегут, и бегут у нас и спортсмены, и чемпионы, и, так скажем, известные люди нашего города, и хирурги бегут, и также целый автобус Дмитрий будет привозить будут, инвалиды. Колясочники тоже будут принимать участие. Вот, да, инвалиды в колясках, да, будут бежать. В общем, это благотворительный забег. Цель у нас собрать деньги, поэтому каждый желающий, кто хочет кто помочь, хочет, может поддержать. Да, может поддержать. Так, ну, это в формате змагань, да? Я читала, что даже призы будут для тех, кто переможет. Я думаю, что важно... отметить, что в первую очередь это не про спорт высших достижений, а про благотворительность. Вот. А второстепенно это происходит через спорт. Естественно, для того, чтобы у участников была мотивация, есть социально ответственный бизнес, который помогает в организации мероприятия, помогает какими-то сертификатами, призами или еще чем-то, да, чем будут награждены первые три места в каждой дистанции. Так, в спортивной акции примут участие відомі одесити, беруть участие. Кого за просили, які такі відомі прізвища і хто не відмовився? Начну. Сергій Мельник, це наш друг, який перший, так скажем, підтримав нас в забігі, потім присоединился. Олейник Валентин, це неоднократний чемпіон. Ну вот Гилевич Виталий, он тоже, комиссия его помогает. Вот также у нас есть Февзи Мамутов, это греко-римской в Европе борьбе, неоднократный чемпион. Также есть и велосипедистки, и ну, очень достаточно большое количество спортсменов присоединилось. И вот Кадор Фитнес будут, они и также бегут целой командой большой, и будут они награждать сертификаты, дарить победителям. Это бесплатный полностью абонемент, в который входит ну, там, и фитнес, и, скажем, и спа, весь их комплекс. Спектр послуг, да, так? Да, 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 они будут и награждать. Алена отметила, что представители одной из компаний, да, будут также принимать участие. Это больше не про рекламу, это больше про культуру корпоративного спорта. Она к нам потихоньку приходит с Запада, и с точки зрения тимбилдинга и там формирования командного духа очень классно, чтобы сообщество или сотрудники из одной компании принимали участие в спортивно-массовых мероприятиях. Так, кто-то ну, выезжает на пикник. Про социальную ответственность бизнеса. Да, Дмитро, люди с инвалидностью, визочники будут принимать участие. Для них есть все условия и сколько уже людей хотят зарегистрироваться? Да, конечно. Так. Нам предоставляют автобус для перевозки этих людей, потому что ну, как бы трудности с передвижением тоже есть. Около 30 человек. Мы единственное, вот не берем, естественно, с инвалидов. Вот единственная категория людей, с которых мы не берем деньги за гроши, да, потому что, ну, сами понимаете. Мы им должны еще да, помочь. Мы им должны помогать. Да. Будут они порядка 30 человек. Будет присутствовать, автобус их привезет, все условия есть, им также будут грамоты за участие, им также будут какие-то подарки от спонсоров, ну, как бы все на месте будет весело, интересно. Так, вы как людина-эксперт, не можу вас не запитати, как вы оцениваете инфраструктуру для людей с инвалидностью в Одессе? Чи наше середовище міське можно назвать безбарьерным? Нет. Я скажу, ну, нет, допустим, как человек, который имеет возможность, не колясочник, да, передвигаться, так. Нам сложно. Даже были какие-то социальные эксперименты, там, как бы, вот наши там, политики или кто-то еще садились на коляски и пытались передвигать для того, чтобы люди, как бы, ну, они поняли трудности. Трудности есть, трудности существуют. Со своей стороны, самое даже элементарное, я сам являюсь, у меня сахарный диабет, я являюсь инвалидом. Я приезжаю, я не могу припарковаться на месте для инвалидов. Это самое вот элементарное, что существует так. У нас в Одессе. Постоянно это кто-то навіть историю не про благоустрой, а просто про ставление людей один до другого. Да, совершенно верно, да. Ну, а некоторые по поводу благоустройства, в некоторых вообще таких мест нету. Те как бы вот. Так. Друзі, ну і давайте ще раз скажемо, як можна стати учасником, де реєструватись, куди кидати гроші, щоб допомогти, щоб взяти участь і пробігтися 11 травня по трасі здоров'я. Да, можуть нас знайти, можуть знайти нас «Лучики щастя». Є сайт, є ми, і також Дмитрий, і хештег «Ящик добра», і «Інваліди надіжда в будущее» є в Фейсбуці, в Інстаграмі.
мы во всех соцсетях, можно найти, там есть везде прописанные, регулярные посты идут, ссылочки на регистрацию. И свободно зарегистрироваться, там очень легкая регистрация. Так. Проходит человек, самостоятельно выбирает дистанцию. Так, Олена, ну для промінчиків добраться не єдина акція, що планується ще? Ну, у нас сейчас проходит, у нас есть такой проект, называется «Хочу свадьбу», это нас подсоединили, это салон «Шахи» и «Свадебная империя», они проводят, получается, они совместно делают благотворительную тоже акцию. Они сейчас разыграли, было путем голосования в Инстаграме, выбрано, подключилось более 100 пар, из 100 пар выбрали 3 пары, из 3 пар выбрали 1 пару. 15 мая уже будет эта пара, им проводят полностью под ключ, делают свадьбу. Все, и невесту, макияж, их одевают красиво, все это проводят. Мы как благотворительный фонд участвуем. Вообще пара, когда их они победили и их поздравили, они сами сказали, так как им полностью свадьбу все профессионалы дарят, они захотели все вырученные средства, которые им подарят гости, пожертвовать в благотворительность, в благотворительный фонд, на счета благотворительного фонда. Так що ж, друзі, я вам дуже дякую. Говорили сьогодні про благодійність, а саме про благодійний забіг, який відбудеться на трасі здоров'я 11 травня о 10-й годині. Приходьте, підтримайте. Мене звати Тетяна Булайда. Побачимось. Бережіть себе.